каждым днем такое случается все чаще. Сильные притесняют слабых. Но мстители не были такими. Я верила в это всем сердцем. И я все думаю. Это случилось не просто так. Может, именно этого я и ждала. Может, я наконец-то стала частью чего-то большего. Всем привет, вы на канале Темная Тигейс. Подожди, походите голубки не мавью. У нас почти 8-я часть игры под названием Я Железный Человек. В телескобочках погоня за броней. Я желаю всем приятного просмотра. Как вы видите, нас теперь уже трое. Было двое, а у Камала теперь с нами еще Тони Старк, Железный Человек. Тигай костюмчик ему так приодел в конце предыдущей серии. Просто это такой, знаете, прототип, так сказать. Поэтому не будем задерживаться. Начнем же. Большое удовольствие, я потом поиграю, если можно будет кооперативно скинуть эту прикольную и классную игру. Я вас люблю, все мои дорогие подписчики. Правда, очень. И желаю вам всего-всего наилучшего. Надеюсь, вы меня то же самое желаете. И спасибо вам всем, друзья мои, кто помогаете мне. Данил, Олег и все остальные. Спасибо вам. И Рома. Спасибо вам всем за поддержку. Правда. Так, наша задача получается использовать штабной стол, чтобы начать задание. Окей, окей. А какой классный Тони Старк, да? Прикольненький. Так, давайте сначала отходим, может, нашу комнатку, а? Успеем мы штабной стол. Так, подожди, получается Камала. Давайте сходим быстренько к Камале, а? О, она недалеко находится, может, с ней поударим, а? Хотя, может, потом, думаю, уже в конце серии этой, если мы, конечно, еще попадем сюда, поговорим, зайдем. О, нет, зайдем в нашу комнату, а, Тони Старка. Я хочу поговорить с Камалой, а? Если, конечно, это можно сделать. Эй, Камала. Типа, ага. Понятненько, с Камалой нифига не поговоришь. Прикольно, девчонка. Так, ладненько получается. Опа-опа, что это у нас? Ящичек? Ого! Нифига, ну-ка, давайте откроем его. Фрагменты. Ага, рукавицы заряда безупречности. Вау! А ну-ка, давайте посмотрим, что у нас там такое. Так, рукавица заряд безупречности. Дальний бой минус. Ай, зараза, что можно апнуть будет? Преимущество. Получается, тут ни хрен можно, выносливость. О, сноровка. Получается, тут можно будет апнуть, да? Так, подождите, а где можно апнуть? Экипировку, сравнить. Прирост удержания. Ага. Так, получается, тут у нас забрать. Нигде такого нет, видите? Получается, у нас тут можно. О, пойти навык можно улучшить. Так, давайте попробуем эту штучку, дырочку. Дальний бой, конечно, минус. Хотя дальний бой нам, в принципе, нужен на самом деле. Тут у нас, в принципе, лучше не будет нигде. Только суперприем, это защита будет минус. У нас, в принципе, стоит такой. У нас стоит 9 уровень. Какой 9 уровень? Не очень, ладненько. Тут у нас максимально 10 пока стоит. Ладненько, навыки. Навыки. Что бы нам апнуть? Лазеры, ракеты. Я думаю, на самом деле, реально, лазеры. Вот они реально нужны. Я обниму. Тут у них Старк у нас пока слабенькие. Снаряга у нас какая-то не очень получается. Давайте защита плюс, это минус. Получается, упер суперприемы плюс. Минус дальний бой, да? А, и ладно, дальний бой я могу пожертвовать. А тут вообще ничего у нас не дается. Вот на самом деле. Допустим, я... У меня есть такое, я, допустим, экипирую это. Я могу, допустим, апнуть. Где? Где ап? Вот. Прирост удержания. Так. Еще давайте. Вроде бы я улучшил себе, да? Вот до 9 уровня на самом деле апнул. Класс, прикольненько, да? Ну вот, еще потом поменяемся. Так, вот это у нас дерьмо. Это можно быстренько разобрать. Так, это получается у нас тоже получается ни хрена. А, это тоже получается. Ну, это у нас тоже фигня. Ну, вот все, видите, у нас осталось получить одна фигнюшка. Тут у нас вообще по фигне. Тут тоже. Тут у нас, в принципе, только себе приемы. Поэтому также минус. Тут у нас... Ну, быстренько сейчас просто поразбираю. Поэтому можете, конечно, промотать, если вам не интересно. Ну, прикольный железный человек, да? Тони Старк великолепен. Так, комиксы у нас получается. Капитан Америка,
1968 года. Вау, еще Модока, как у Модока. Ну, скорее всего, так и будет в конце. Может быть, уже намек на то, что у нас в конце злодея будет Модок? Ага. Может быть, так получается комикс на вас. Вот, Капитан Америка 2011. Прикольно, эти гайфи. Тут пока только два комикса собрали, а? Понял, понял. Тут у нас получается набор Халка 99-го года. Там что-то невероятный Халк. Ну что-то не показали. Что-то видите, не показывают, да? Маленько, не показывает, так не показывает. Все, погнали к нашей серии. С командой не поговоришь. Пойдемте, так сказать, апнем для человека. Возьмем ему нормальную броню. Можешь поговорить? Нет. Она брюс занят, команда занята. Мы везде полазили, почти везде. Пойдемте, апнем нашу броню. Да уж. Эти габрюши серии, блин. Брюс все-таки получил помог незаслуженно от Тони Старка. Потому что он, блин. Пускай так, реально, ну из-за него пусть там мстители обвинили во всем, что можно было, во всех грехах. Так, получается, наше здание здесь будет, да? Ага. О, погоня за броней. Погнали! Реально погнали, поиграем прикольненько за великого Тони Старка. Супер-супергероя, все такое. Так, первая остановка! Я даже близко не смогу починить Химеру, не закончив с костюмом. Джарвис! У тебя есть новости? А им сейчас перевозят экспериментальный десантный катер, который мы можем позаимствовать и разобрать на запчасти для фабрикатора. К сожалению, он хорошо охраняется. Но местная система защиты АИМ настроена на крупномасштабное нападение с воздуха. Если я подлечу в одиночку, укрывшись в каньоне, то смогу угнать корабль. Это рискованно, но я не вижу другого выхода. Высылаю вам последние известные координаты корабля. Стены каньона не позволяют провести полный анализ ситуации. Советую торопиться. Броня у меня, конечно, не супер, но до места доставит в целости. Хочется верить. Следует поспешить. Высылаю новые данные. Похоже, АИМ в курсе нашего вторжения. Может, будем говорить о Блиц-визите? Вторжение звучит так, будто мы какие-то негодяи. Да, согласен с тобой. О готовящейся экспроприации. Во-во, прикольненько. Мне неизвестно, как долго наша цель будет находиться в указанном месте. Вау. Намек понял. Будем поторапливаться. Окей, окей, вау, супер. Ну-ка, ну-ка. Нифига себе, получается, наши технологии используют ублюдки АИМ, да? Вот тут тварька. Вау, нифига себе, ну круто. Любопытно, как много разработок АИМ удивительно похожи на ваши изобретения. Джорджи никогда не отличался оригинальностью идей. Но это значит, что изобретения совместимы. Это удобно. Ну есть такое, использовать получается. Только же здесь оружие у АИМ. Более чем достаточно. И какая его О. часть разработана по технологиям, украденным после Дня Мстителей у Stark Industries? На данном этапе сказать невозможно. Вероятно, более чем достаточно. Карма ко мне не благосклонна. Вот Тони Старк, как обычно, в своем репертуаре, а? Любишь шутить, вот, классный герой, а? Поддержи меня, Брюс, 5 лет назад. Я бы сейчас не искал запчасти по помойкам. Дела давно минувших дней, сэр. Хреновые дела хреновых дней. Да, да, Тони, с тобой полностью согласен, а? Хреновые дела, хреновых дней. У нас осталось 1.5 минуты, а? Надо ускоряться. Тут, конечно, не слишком быстро, а значит, что-то пырали меня с моей, так себе, конечно, броней. Блин. Во, разнесут. Подожди, подожди. Броня отлично справляется. Извините, извините, я не думал, что эти фигурины так меня быстро убьют. Правда, я не ожидал этого вообще. Это просто было неожиданно, что так бах. Следует поспешить. Сука, заново, блин. Высылаю новые данные. Похоже, АИМ в курсе нашего вторжения. Ё-моё. Может, будем говорить о Блиц-визите? Вторжение звучит так, будто мы какие-то негодяи. Конечно, сэр. О готовящейся экспроприации. Мне неизвестно, как долго наша цель будет находиться в указанном месте. Намек понял. Будем поторапливаться. Только же здесь оружие у АИМ. Более чем достаточно.
И какая его часть разработана по технологиям, украденным после Дня Мстителей у Stark Industries? На данном этапе сказать невозможно. Вероятно, более чем достаточно. Карма ко мне неблагосклонна. А, это Тони Старк, а не Старк крутой, а? Ух ты, это вот мне не очень нравится. Образно говоря, часики тикают, сэр. Я знаю, приятель. Нам нужно поднять Химеру в воздух, прежде чем Аим ее отыщет. А мне нужна нормальная броня. Поддержи меня, Брюс, 5 лет на... Броня отлично справляется. Вам не кажется, что броня слишком громкое слово? Ха-ха-ха, смешно. Ну, бы думал я не научить. Уверен. Ёшкин, дай, да? Да, да что в вашем медиа летим с ноги. Что-то мне не очень. Полетели отсюда, а то времени нету. Летим, 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 летим. Блин, ну ё-моё, ну как же так, ну вроде бы долетело. Что ж такое-то, блин, а? Пока баня у нас фиговая, и в принципе, я сам... Следует поспешить. Высылаю новые данные. Пока помолчу, а. В принципе, это уже все видели, похоже, поэтому... Похоже, Аим в курсе нашего вторжения. Может, будем говорить о Блиц-визите? Вторжение звучит так, будто мы какие-то негодяи. Конечно, сэр. О готовящейся экспроприации. Мне неизвестно, как долго наша цель будет находиться в указанном месте. Налет понял. Будем поторапливаться. Сколько же здесь оружия у АИМ? Более чем достаточно. И какая его часть разработана по технологиям, украденным после Дня Мстителей у Stark Industries? На данном этапе сказать невозможно. Вероятно, более чем достаточно. Карма ко мне неблагосклонна. Образно говоря, часики тикают, сэр. Я знаю, приятель. Нам нужно поднять Химеру в воздух, прежде чем Аим ее отыщет. А мне нужна нормальная броня. Поддержи меня, Брюс, 5 лет назад. Я бы сейчас не искал запчасти по помойкам. Дела давно минувших дней, сэр. Хреновые дела хреновых дней. Броня отлично справляется. Вам не кажется, что броня слишком громкое слово? Ха-ха-ха, смешно. Почему бы думал я не научить? Уверен, что это будет. А. Полетим отсюда, а? У нас время тикает, часик тикает реально, а времени нас, сука, не особо много, а? Полетели отсюда. То есть так? У вас осталась 1 минута. У нас что в твоей мете? Этот лифт идет как раз к посадочной площадке. Понял. Да ты что? Ты только погляди, на какое государство им решило идти войной? Это снаряжение похоже на ваше изобретение. Взорвать бы тут все к чертовой матери. Давай займем Тони, с большим удовольствием. Но пока лучше особо на рожу не лезть, потому что мы пока слабенькие. Ну да, я же говорю. Я же говорю, что особо лучше пока не лезть, а. Может, мы что-нибудь там найдем? Что это за хрень? Ну да, лучше с этой стороны обойти, а. Опа, супер. Вот это класс, а. Ну-ка, давай. Подожди. Получай, мудила ты тупая, а.
Подожди, валим пока сюда. Быстренько. Да, мы крутые, конечно, ничего не скажешь, но... У нас пока особо нет сил. Что-то мне не очень. Вот здесь пока постоим. Может быть, жизнь немного пополнится. Блин, очень классная игра, всем рекомендую в нее поиграть, правда, когда будут скидки, либо когда появится пиратская версия. Или пока если у вас, конечно, есть деньги. Ну, у меня просто деньги на то время были, я предзаказ по этой игре делал. Поэтому, на самом деле, скажу вам честно, игра стоит того, но, в принципе, поиграть в нее, купить, стоит. Я, блин, должен сдохнуть. Во, все, сука. Вау. Вас так много, а? Я не успеваю, бля. Подожди, жизни, Тони. Заходите в лифт. Все. Подожди. Надо быстренько... Опа. Ой, видели, какой уровень уже у меня. Сейчас подожди, Джарвис, подожди. Надо жизни в себе апнуть. Полазить везде, полетать. Воу, куда я залетел? Хоть броня, конечно, пока не очень, да? Но тем не менее, она неплохо. Во. Апнем себя еще раз. Так, подождите, что у нас? Что у нас? Где? В лифт. Ага, понял. Подожди, может быть, еще что-нибудь замутим. Вау. Вот это круг, да? Ну-ка еще раз. Так, ладненько, все, последний раз. Теперь давайте быстренько себе апнем. Во, все. Сижу я вроде бы ровненько. Так, навыки. Особые. Ух ты. Ого, себе приемы нападения. Получается, вот у нас защита, себе приемы поддержки. Ух ты. Давайте на самом деле апнем, у нас тут, в принципе, защита у нас тоже нужна. Так, ладненько, на самом деле. Вот это нужно. Да. Получается, мы тут ничего не апнем. Ну да, ладненько. Коллекция есть. Так, внешний вид у нас пока, в принципе, видите. У нас есть три костюма. Такой. Ага. Такой. Давайте с таким полетаем. Ага. В принципе, тут видите. Вон, это железо, эпичный костюм. Ну-ка, с ней можно бы полетать, да. Прикольно, да? Ну-ка, все, подожди, спускаемся. Так, быстро на корабль, а потом сваливаем, пока им не пустило в ход тяжелую артиллерию. Буквально. Соглашусь, сэр. Доктор Тарлтон с радостью воспользуется возможностью сплясать на вашей могиле. Ну, спасибо тебе, Джарвис. Теперь у меня в голове образ Джорджа, танцующего робота на моем надгробии. Прошу прощения, сэр. Специалист, если я сделал, прав, корабль сделаю. Должен быть уже рядом. О, а здесь уютненько. Тут шикарно, просто меня идеально. Меня немного тревожит такое количество оружия. Джарвис, меня то же самое. Меня так же, как тебя, волнует, да? Где этот чертов корабль? Сканирую. Десантный корабль переведен в более защищенное место. До взлета туда добраться не успеем. Успеем, если разогнать броню на 300% и лететь напрямик. Сэр, ландшафт здесь коварен, а вы можете взорваться. Да, но у меня прямо какая-то жажда скорости. Вперед, гусь, и включи что-нибудь ритмичное. Вау! Ваша броня долго не протянет. После того, как Джордж спалил золотые акры, у меня только броня и осталась. Я не готов ее лишиться. Какой-то странный звук у перчаток. Неудивительно. Система шумоподавления только что вышла из строя. Держитесь, сэр. Джарвис, это мой шанс искупить ошибки в День Мстителей.
помочь девчонке, если уж совсем на чистоту, насолить Джорджи. Так держаться я буду до последнего, черт возьми. Осторожно, вы на прицеле. Берегитесь. Понял! Да. Десантный корабль под защитным полем. Пусти всю оставшуюся энергию на зарядку Эми, чтобы я вру... Ага, так использовать оглушающий импульс. Окей. ...его в нужный момент. Да. О, что-то мне не очень. Брюс, Камала, вы меня слышите? Сигнал отличный. Брюс в комнате вред. Делает вид, что... Не хочу знать. Ну так что, какие новости? Все супер. Мы все получим свои обновочки. Фабрикатор скоро заработает. Отлично. Скорее бы сделать Брюсу новые леггинсы. Прикольная картинка создания 100%. Супер, подушить компанию... Остаться в кабинете. Ты, конечно, подожди компанию. Прикольный костюм из первой части. Реально, вот классный костюмчик. А мне очень нравится. Шикарный костюм, а. Выглядит он прикольно, а. Его выглядит сделали классно. Конечно, новый костюм там уже, конечно, круче. Ну, и первый костюмчик неплохой. А было весело. Признаться, здорово быть снова в седле. Да, сэр. Вы не потеряли хватку. О, смотрю, обновление с лестью загрузилось. Посмотрим-ка, что нам досталось. Ха, это джекпот, дружище. Именно то, что нужно для ремонта фабрикатора. Рад слышать. Особенно сейчас. Ведь в вашей броне, как вы говорите, капут. Ну, она себя неплохо показала, нет? Знакомая вся техника. Полностью построена на моих прототипах. Часть — точные копии. Здорово они поживились у Старка Индустрис. Я-то надеялся, что они сидят сложа руки. Ну да, да, Тони, конечно, они еще будут сидеть. Где классные технологии. Сейчас все костюмов прикольных есть, да? И, блин, супер костюмы. Не знаю, как... Ну-ка, Старк, эпичный костюм. Культовая броня, редкий костюм, вау. Ну-ка, снаряжение. У нас это должно быть по максимуму, а. Защита, зато дальний бой лучше, поэтому возьмем. Экипируем. И, разумеется, апнем. А ее нельзя покапать. Так, а, у нас не хватает еще одной фигни, да? Вау, ну тут вообще супер, а. Броня, блин, это мы выкинем. Это берем. Так, вау, видели, да, мы как мы апнули себе. Броню, супер! Вау, общие карточки. Ну, карточки, подождите. Что надо сделать? Так, побеждайте противников в ближнем бою с помощью серии 5 или более ударов. Ну-ка. Побеждайте противника в ушах. А, такое вот, да? Ладненько, попробуй выполнить на самом деле. Всё, так, куда мы вообще идти? Ага, Камали, давайте поговорим. Индивидуальное поручение, что такое. Ну, так, у нас, в принципе, тут ничего такого не найдем. Ящики мы все вроде бы обшарили, да, Тони? Пойдем. Ох, хоть бы не получил получше уже, а. Жители штата Юта, вы не почувствовали этим утром землетрясения? Специалисты геологической службы США зафиксировали толчок силой 4,1 балла с эпицентром на западной границе пустыни Эскаланте. Агентство инновационной механики, у которого неподалеку от эпицентра находится производственное предприятие, о пострадавших и ущербе не сообщает. Представители агентства отвергли упорно циркулирующие в интернете слухи о проведении испытаний взрывчатых веществ, как не имеющие под собой оснований для теории заговора.
Вы заметили, он вообще не говорил. Типа, он, если говорит, но рот не открывается. Он какой-то мастер, у него, походу, волшебника. Ну-ка, что это у нас такое? Аля, что это такое? Ух ты, нифига себе, открылся. Индивидуальное улучшение. Вау, видели, открылся, да, мастерская открылась. Вот супер, а. Давайте пойдем, а куда на самом деле надо идти? Так, получается, куда реально? Ага. Подожди. Фабрикатор. Опачин, давайте сходим. Камали и Хауку. Брюсу, сходим потом. Тебя Брюс такой. Он хороший, но бывает таким занудным, а. Опачи, вот он фабрикатор. Давайте апнем себе броню. Я бы не прочь вообще апнуть на самом деле. А вы не прочь? Так, схемы. Ага, схемы дают за выполнение личных операций. Схему можно расшифровать с помощью вот этого фабрикатора, да? Использовать их для создания имеющих облик героев в костюмах. Вау! Облик костюмов героев. Супер! Ну-ка, а что мы можем сделать? Надо бы получить еще фабрикатора. Так, наведите курсор на схему, чтобы ее проанализировать. Вау, культовая броня, костюм. Прикольная культовая броня, блин, Тони Старка. Костюм эпичный, супер, класс. Так, давайте назад. Ну вот, так-то лучше. Я выгляжу шикарно. Фоткай меня, Джарвис. Прекрасно, сэр. Так, доступны новые суперприемы. Вау, теперь вам доступны суперприемы нападения и эпический прием. Надо пойти в меню. Ого. Ну-ка, давайте попробуем. Так, в менюшечку. Получается у нас... Что мы можем в самом деле выиграть, а? Железный человек. Ого. Блин, а что это? Так. Игра запу. Ну, как мне это выполнить бы, а? Убежать преступника с помощью себя приемов. Потом проходить из сектор злодеев. Блин, надо как-то попробовать. Так, выйти из сектор злодеев. Ого. Побежать противников в полете. 60 противников. Давайте хотя бы это выполним. Так, доступна культовая экспедиция. Так, доступна экспедиция героя тот самый железный человек. Чтобы начать экспедицию, выберите на штабном столе любое здание и беритесь за выполнение глобальной целей. Окей, кстати, Ган, может следующий сеть. Как раньше. Помимо фабрикатора, я смог запитать еще ряд зон корабля, в том числе склад оборудования. На складе есть старое оборудование. Мне испепелить его? Что? Нет, это не мусор, Джарвис. Это мои вещи. Я разберусь. Как пожелаете. Новая цель. Гениальная уборка. Поверьте, содержимое шкафчика за снаряжение на верхнем этаже. Возведенная лаборатория. На самом деле, надо будет, блин, в принципе, меня в следующей серии, может быть... А это, как сказать? Сходить, может быть, поиграть за Халка и миссия выполнить его. Либо поиграть за Тони Старка. Сейчас, вот, допустим, пойти... И, в общем, получится, миссия у нас будет. Так, получается, мы идем в правильное направление, да? Ага. Гениальная уборка. Ну-ка, это у нас получается, что такое? Давайте посмотрим. Ну-ка. Помню, как Фьюри орал на нас оттуда. Надо ж, я соскучился. Ну, было дело. Стига реально культовая броня, Тони Старку очень идет. Супер, класс. Так, я понял. Ну-ка. Опа, ящичек. Ну-ка, тут у нас что такое будет? Ага. Значок щита. Реактор, снаряжение. Скорее всего, реактор какой-то говняный будет, да? Так, получится... Я правильно, да? Хранилище вещей. Ого, шкафчик для снаряжения может вмещать до 300 предметов. Вау. Давайте. Подожди, удерживаем. Подожди. Во. Видишь? Это не мусор. Как скажете.
Уверен, на этом складе вы сможете хранить более ценные предметы. Сэр, представители наших друзей из щита на борту Химеры. Агент Моралес в командном центре. Она поможет добыть нужные детали для корабля. Фирменное снаряжение. С нетерпением жду встречи. Ого, и этих героев. Нифига себе. Так, что у нас получается? Какой мы возьмем? Получается... Супер, на самом деле супер, реально снаряга. О, досье снаряжения от Tark Industries. Ну, подавайте, что это у нас? Так, снаряжение, подожди. Магазин загружается. Комплект, получается комплект типа... А, купить надо, да? Извините, мне бабла нет. Покупать. А, да идите вы нафиг, а. Все, я понял. Я понял вас. Не, воздержусь от покупок, а. Снаряжают Химер Индустрис. Вот Хаммер Индустрис. Такая, тут у нас получается что такое. Досье снаряжают Пим Технологис. Досье снаряжения щита. К этому проекту пока рано приступать. Пока рано? Окей, Тони. Так получается, нам надо спуститься туда, да, к щиту. Ну, ладненько, а тут у нас что такое? Ну-ка, давай. Подожди, Тони, подожди. Тони, это что? О, получается у нас то же самое, да? Перейти к герою, поместить для массового разбора. Нет. Реактор встряска тяжелого атлета. Реактор встряска тяжелого атлета. Вот класс, да, ну-ка. А, получится то же самое, да? Ну да, все, тогда погнали. Так, вообще тут мы были. О, тут мы уже были. Пока еще рано. Пойдем к щиту. Поговорим, узнаем у них что-то как. Тут мы, в принципе, были. А можем летать? Нет, пока мы не можем летать, мы пока спокойненько. Пока спокойненько ходим. По нашей прикольной химии. Ой, скоро мы поднимем в воздух ее, она будет летать. Вот это класс, а. Ой, супер. Варина мастерская, крутая. Ладно, погнали. Так, ящичек новенький или нет? Не, это же открытый. Да. Маленько. Так, и где они? Ну что, Брюс, поговорим? Кажется, здоровяк чем-то обижен. Что с ним творится? Это сложно объяснить. Я могу разом свистеть и решать в уме множественные интегралы. Вдруг пойму. Короче, смерть Кэпа очень задела Халка. Ты что, хочешь сказать, что здоровяк в депрессии? Он растерян, сбит с толку, не собран. Ладно, будем внимательно за ним следить. Нифига себе, Халк как расстроился гибели Кэпа. Никак не ожидал. Думал, мы на всех насрать. А получается нет. Поговорите с агентом Моралес. А где она? Подожди, реально, где она? Она наверху, на мостике. Камао, поговорим? Не хочешь говорить, да? Ну ладно, Камао. Пойдем поговорим с агентом щита. Узнаем у нее, что-то как дела вообще. И все такое. Серия еще не завершена, завершится она. Посмотрим, а. Думаю, завершится аналогично на Кришиноте, а. Также давайте подписаться на канал, поставить лайк этому видео, ведь мне будет приятно, а вам не сложно. Опа, похоже эй, немного... Мститель, у меня для тебя дело. Привет. Мне сказали, нас посетили агенты щита? Я агент Элисандо Моралес. Я буду вашим контактным лицом в щите. Если найдется свободная минутка, загляните. У нас тут столько дел. Рад встрече, Моралес. Мне нужно найти кое-какие детали, чтобы поднять эту старушку в воздух. Может быть, я смогу убить двух зайцев одним выстрелом и заодно помочь своим товарищам в щите. Это все, что мы знаем. Надеюсь, этого хватит.
Вау, нифига себе, парите любых зон боевых действий. Ого, устранение дрона, поручение щита. Я знала, что на тебя можно положиться. Борьба с титанами. Ого, в регионе ЧП помогите щиту нейтрализовать угрозу. Награда за экспедиции к опыту фракции щит. Принять задание, да? Давайте примем задание, почему бы и нет? Превосходно. Шикарно. Получается у нас триумф. Целью зоны боевых действий. Собрать фрагменты поручения щита. Соберите фрагменты из различных источников. Отлично сработано. Продолжай в том же духе. Сэр, и может быть я снова смогу спать по ночам. Вы найдете его в общем блоке. На этот раз без тебя нам точно не обойтись. Спасибо. Ты нам поможешь, правда? Это в корне меняет дело. Почему бы и нет? Я все принял задание. Ты даже не представляешь, как это нам помогло. Я всегда рад помочь, ведь я Тони Старк, плейбой, филантроп, супергерой. Так, Ваника, боевой рейтинг. Угу. Так, что бы нам можно апнуть, в принципе, на самом деле? Опа, 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 опа. 11-й. Вау, вот это супер. Берем боевой рейтинг. Угу. А может апнуть? Пока нельзя, да? Получается, тут у нас уже идет слабенько, да? Может апнуть можно теперь? Не, нельзя. Тут у нас пока ничего такого нет. Коллекция. А что у нас в коллекции? Сводка. Получается, у нас тут снаряжение от Хаммер. Снаряжение от Пим Техно Важенс. Снаряжение щита. Снаряжение от Stark Industries. Прикольно, прикольно. Ладненько, все. Значит, надо будет зайти вот в комнату вред. Нам бы очень пригодилась твоя помощь. Да всегда, пожалуйста. Надо будет реально зайти в комнату вред. С большим удовольствием. Повредить там всем ублюдкам. Настроение испортить. Так, поговорить Честин Мекбайнд. Блин, вот, конечно, имена придумывали они бредовые. Так, и где она? Так, подожди. Честин. Света, где ты находишься? Подожди. Получится, она внизу. А, ладно. Сейчас можешь с Камао поговорить? Мне просто это интересно. Во, можно. Как я выгляжу? Презентабельно? Очаровательно? Вы привели себя в порядок? И гораздо лучше пахнете. О, ну и впечатление я произвел. О нет, было здорово. Меня потрясли ваши фокусы с броней. Стоп. Ты о нашей первой встрече? Что же надо сделать, чтобы тебе не понравиться? Ну, Тарлтон с Моникой меня похищали. Халк гонял по всей Химере. Брюс взял у меня кровь, когда я была в отключке. Важный жизненный урок. Записывай. Выбираю людей с заниженными ожиданиями. А, я смотрю, вам двоим весело. Брюс, угомонись, не переживай, а. Не обижайся, мы с тобой повеселимся. Просто ты не особо такой весельчак, поэтому мы пока говорим с Камалой. А Камала прикольная девчонка. Ваненька, пойдемте к этому агенту щита, поговорим с ней. Что она от нас хочет? Не знаю. Кто из них? Так, встретитесь с новым... Подожди, подожди, с чем? Председателем щита, во, все. Давайте, председатель щита. Где же ты находишься, пока еще обойти? Ой, Химера, блин, мы апнем, это будет супер, это будет класс. Опа, Халку, ну Халку мы уже были у Брюса. Давайте зайдем к нему по быстрянчику, а. Посмотрим, может что-то изменилось. Давай, давай. Ну, в принципе, на самом деле, комната как и была, классно, кстати говоря, не странно, Халк тут ничего не крушил, реально, так и осталось, прикольная, интересная комната, Брюс Халка изучал, видно. Может быть, они как раз таки вместе будут потом, как в финале, получится Халк-профессор, и Брюс вместе, будет прикольно на самом деле. Прикольненько, давайте поговорим с этой председателем. Надо будет только в комнате вред поиграть. Да почему бы и нет? Ну-ка, ну-ка, председатель. Давай. Здравствуй, мститель. Как насчет сменить имидж? Вау, вау. Нифига себе. Ого, а мне тут нужно апнуться.
Давайте накопим зелененьких фиговин. И реально апнем, я поставлю вебку, потому что так будет все пока получше. Так, так. Вау. Ну вы меня что не хватает, а? Так, получается, обновиться через 5 дней, 9 часов, 17 минут. Угу. Вау, халк-именная эмблема. Огненная мощь. Я с большим буду удовольствием бы. Реально с большим, но. Вау, прикольный костюм, но, блин, зараза, мне пока не хватает. Стратосферный костюм. Минимальный. А, миниакальный. Мисс Марио 018. Вау. Тебе что, жалко девушку кофейком угостить? Агент Левин находится на палубе ангара. Если у вас есть минутка, он сможет помочь вам с дальнейшими улучшениями вашего оборудования. Считай мой магазинчик филиалом своего платяного шкафа. Прикольненький Халк. Блин, в шляпе это, конечно, эпично на самом деле. Это супер, это угар, это весело. Камала в костюме прикольно. Упрощенная Америка. Вау, супер. Ладненько, погнали. Взлом. Ладненько, погнали. Скажешь, но извини. Ты еще вернешься. Конечно вернусь, подруга, извини, но мне пока фрагментов не хватает, чтобы апнуть себе костюм. Мне очень много их нужно, а. Так, теперь опять агентша. Только теперь уже другая, да? Снова каким-то там. Так, дядя, ты теперь где находишься? Получается, ты там, да? Опа, ящик тут пустой? Пустой. Сколько же вас? Я уже по химии хожу, блин, фигней страдаю. Хотя, на самом деле, не фигней, конечно. Я все делаю правильно, но тем не менее. А, так, где теперь наша агентура? А тут пока никого нет. Поговорите с Сидни Гайфер. С членом... с Левином. Подожди, ты что, внизу находишься, что ли, а? И чего нельзя по химии полетать, а? На самом деле, быстрее было бы так, а? Сидни Гайфер. Я упал, а там у нас получится что такое? Подожди. А, можно побегать. Блин, я хожу, я не страдаю. На самом деле, можно было побегать. Так, тут мы были. Маленько, давайте немного позанимаемся зарядочкой. Полетать тут нельзя на химере. Такая химера уже получше стала выглядеть на самом деле. Приходит Тони Старка. Эй, эй, сюда! Да это просто праздник какой-то. Смотри сколько хочешь, не торопись. Блин, опять же не хватает, ё-моё, приобрести удержание. Ха, отлично! Только вот зачем это нужно было? Блин, зачем я нажал, тебе не хватает, нифига. Ё-моё, нафига надо будет себе вот на какую-нибудь фиговину из этих накопить. Реально надо будет накопить, блин. Вау, ладненько, всё, Сидни Гейфер Левин. О. Спасибо за покупку. Доступная зона боевых действий. Анализ теплового следа показал наличие двух вероятных источников инициирующих ядер. Почему вероятных? К сожалению, система безопасности АИМ препятствует определению фактических источников данного теплового следа на таком расстоянии. Это невозможно. Не люблю я это слово. Ладно, тогда удвоим наши шансы. Брюс, Камала. Встретимся у штабного стола. Уже идем. А, внешний вид. Снаряжение. Так, давайте быстренько. Так, у нас получится снаряжение, да? Прирост. Ну, видите? А только что мы делаем, не могу понять. Получается, что мы можем себе апнуть на самом деле? Вау, нифига себе, тут можем мы? А тут можем, тут не можем, да? Надо будет себя апнуть на самом деле. Пока не хватает, да? Вот это круто. Давайте уже апнем, так апнем. Почему бы и нет? Так, больше пока не хватает, да? Ага. Вау, вот это круто, амуар. Младшие артефакты. Ну видите, мы себя уже апнули. Доступная награда по акции. Просите Сидни Левина, чтобы получить свои награды. Блин, опять Сидни. Ладно, давайте уже в следующем. Хотя давайте быстренько сбегаем к нему на самом деле, а? К Сидни.
Ну как надо что-то у него получить? Награды? Почему бы и нет? А потому что не факт, что мы в следующей серии будем находиться на Химере. Поэтому я лучше сразу заберу награду за него, нежели потом уже бегать. Когда уже, допустим, может быть мы найдем Черную Вдову. Мне интересно, какого члена команды Мстителей мы найдем следующего? Тора или Черную Вдову? Ух ты! Мститель? Приветствую! Принять так награду за ранг фракции. Вау! Ого! Спасибо тебе, вау! Огромное тебе спасибо! А тебе побольше стало, блин, себе не потратил бы, я мог бы себе приобрести бы какую-нибудь фиговину. Что, на этот раз ничего не купишь? Ну, не беда. Да, согласен с тобой, не беда. Извини, чувак, у меня не хватает материалов. Побегаем немножечко. Ай, короче, быстренько на самом деле сейчас уже дойдем. Быстренько, это нас Брюс и Камала ждут. Не будем задерживать их. Эти гай-костюмы реально эпические, прикольные. Очень классный костюм, на самом деле, у Тони. Так, тут мы были, тут, в принципе, у нас... Хочешь поработать быть... над своим внешним видом? Так, торговый с предметами внешнего вида. Ну-ка, на что мне хватает? Ого, 3000 надо! Торговый с предметами внешнего вида. Ага. Во! Мисс Марвел, именная эмблема. Подожди. У меня же костюмы, не именная эмблема. Опа, нихера себе, тысяч нужно. Ну, имена и эмблема. Я лучше подкоплю немного, а. Ну да, вот костюмчик. Правда, костюмчик лучше туда Тони Старка возьму. Ага. Все. Так. Наведите курсор на предмет и используйте, чтобы подтвердить. Какой предмет? Подожди. Наведите курсор на предмет и используйте, чтобы подтвердить. Еще типа я должен еще что-то взять, да? Получается, я по любой должен взять, да? Мисс Марвел, именная эмблема. Ну, а я короче возьму туда на схалку. Ну разве не прелесть? Однозначно стоит своих денег. Я должен был взять, как видите. Танжира. Видите, не мог выйти, потому что надо было взять. Ладненько, так, штабной стол. Так используйте штабной стол, чтобы лечить здание АИ. Думаю, в следующей серии мы уже это здание продолжим, именно начнем. Так, просто сейчас мы его начнем, а потом выйдем. Опа, давайте зайдем в нашу комнату, а. Как там дела вообще? Там вообще все нормально, нет? Ну, уютненько, прикольненько, комнатка, правда, бардак, она будет прибраться, а так, класс, прикольно, супер. Ящик. Я открывал, походу, ну да, походу открывал. Такая прикольненькая, уютная комната железного дровосека. Ладненько, давайте сейчас пойдем к штабному столу. Примем следующее задание. Может быть сейчас начнем его, а может это в следующей серии. Посмотрим. Так, да, так, мы с тобой уже тут поболтали. Хочешь принести пользу? Так, да конечно хочу. Сейчас я пойду приносить пользу. Думаешь, почему я к Брюсу иду и к Амале? Так, Брюсик. Давайте. Так, загружаем данные. Так, управление испытанием. Ого. Надо будет зайти сядика я в эту комнату воли. Так, восстановление побережье. Давайте вот сюда сходим. Так, получается, следующая серия у нас будет уже в одиночку против АИМ сюжетное задание, да? Окей, ладно. Нормальная сложность, но в следующей серии мы именно начнем это задание. Всем спасибо за просмотр, пишите комментарии, ставьте лайки. 8 серия под названием «Я член человек» завершена. Кстати, самое главное, сделал пожелать, не болейте, не скучайте. Всем пока-пока, очень скоро увидимся в новой прикольной 9 серии. Реально скоро, не скучайте. Всем желаю огромного большого здоровья и всех успехов в жизни.